медработники даже есть. То есть все как бы организовано, то есть если что-то, голова заболит, можно к вам обращаться, да? То есть чекушка. Ну что ты исходишь? А вы далеко? Стас! Вы будете бежать. Да, мы будем. Все-таки упал. Тормоз сломался. Как Симон Фуркат практически. Кто такие палки-то делают? Виталий Иванович, давай! Он зато тормозит лучше всех! Все залито было, как на больших соревнованиях.
Как смазка? Угадал со смазкой? Да, угадал. Все, едем. Едем построение! Да тут 50 метров-то дотащим, если все будет. Тудун! Ну не так же резко, ё-моё! Лыжи целы? Не все. Остальное зарастет. Со смазкой угадал, нет? Смазка вообще бешеная, да, и лыжи из-под себя рвут. Давай, 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 давай! Ну так они тренируются каждый день. Да вот ты стартуешь, она финиширует уже. Давай, 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 давай. Давай, 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 давай! Разгон, разгон, разгон! Сейчас на все, давай, давай! Останавливайся, стой, куда ты разогналась? Дисквалификация будет за задержку движения. Правильно, так,
Почему палкой там сзади? Палкой! Кто-то не вписался в поворот. Давай, 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 давай! 100 метров до финиша! Давай, 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 давай! Главное, чтобы первая не закрылась. Понятно, что он не должен был впереди вас быть. Приказ директора снять самого маленького. Вести Урал. Самый юный участник, это специальный приз будет, наверное.